Химические эксперименты, физические уравнения и математические загадки. Самара открывает Всероссийский фестиваль «Наука-0+» и является центральной региональной площадкой. В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции мероприятие пройдет дистанционно, но это не отменяет популярности площадки для развития. Организаторы ожидают сотни тысяч участников. Я считаю, что это наоборот плюс, нежели минус, потому что онлайн-формат позволит принять участие всем тем, кто не сможет, допустим, приехать на очные встречи. Фестиваль будет очень насыщен в этом году. Однако на мероприятие можно будет попасть и лично. Правда, количество очных участников строго ограничено, чтобы соблюдать социальную дистанцию. На базе Самарского университета установят шатры, где каждую неделю будут проводить практические занятия по разным сферам. Химия, биология, физика, космос и многое другое. В онлайн выйдут с лекциями, причем в числе спикеров не только самарская профессура, но и партнеры из других российских городов, а также иностранные эксперты. Мы ведем трансляцию в этом году впервые на 80 регионов. Если раньше мы проводили мероприятия, по сути, только для своих школьников, студентов и их родителей, в этом году мы работаем на всю страну. Мы без проблем проводим подобные трансляции, потому что если ранее, когда мы только начинали в апреле месяце вот эту дистанционную форму обучения, у нас подключалось там 150-200 студентов, то были проблемы с серверами, безусловно. То сейчас мы готовы работать на всю страну, мы увеличили свои мощности. База даже вот бывшего, так скажем, аэрокосмического университета, да, это тоже говорит о том, что физика, химия – это базовые для нас отрасли, ровно как, ну, у нас вузы технического профиля, их достаточно много, и они очень сильные. Вот, поэтому площадка была определена не случайно. Нам есть что показать, есть что предъявить, и это будут не просто слова, да, а действительно серьезно представленная работа. Онлайн-лекции намечены до ноября. Присоединиться к ним можно на официальном сайте проекта «Фестиваль наука 0+». Мария Левина, Николай Сидоров. События.